Сванюк, Катерина Вон, Александра, I thought that opening was fine for you. Well, I mean, it's kind of the opening, it's always close to, I mean, I think Katerina played, I mean, long, she knew the lines, or at least it felt like it. And I was out of the book pretty soon, so, I mean, it was fine, but the problem then, again, how to equalize. Maybe it was quite easy to do, but again, I wasn't precise enough. No, it wasn't easy. So here, Rook c1, one of the plan, bishop of 8, a4, it's quite a new move. Well, and h6, d4, maybe Yeah, I could have taken, but I thought that knight c4 looks so nice, and I just could not believe that, you know, I will not get enough compensation for that pawn, I mean, in the lines that happened in the game. Yes, I have to play rook f1 because rook e1, it looks ugly, but, well, what to do? It should be four, so rook f1. And yeah, I had many possibilities. Maybe not knight c4. I really don't remember what's going on here. I just... It looks... But here, maybe I mean, yeah, bishop a3, the problem doesn't work, yes? Yes. Knight b5, probably. Takes, takes. If you play something, I don't know what. No, but probably I will take the knight. Yes, I think so. So I will not stop the clock. I will take the knight, and then I don't know. I am a pawn up, and we will see. Да, да. Да. Ну, вообще, мне кажется, слон е3, ладья c1 такой редкий план, насколько я помню. Исключением а4. А4 играет на слон е3, а4. Да, это то, что я подумала во время партии, что, в принципе, ладья c1, а4 как бы выглядит немного нелогично, потому что если ходить а4, то обычно этот ход служит идее вызвать а5, а без ладьи на а1 я решила, что, в принципе, я даже могу не реагировать. Может быть, я была не права, что на а4 я должна была как-то отреагировать. Надо ж... Проблема в том, что надо как-то ходить. Да. Проблема. Ну, слон же 4, как бы, всегда можно пойти, чтобы противодействовать d4 прорыву, в принципе. Это основная идея у белых в этих позициях. Это, на самом деле, дракон с переменой цвета, но с лишним темпом у белых. То есть вариант дракона есть, а слон е2, h6, в принципе, я его из-за белых играю. И тут главная идея, как и черные, когда играют без темпа, провести d5 или d4 в данной редакции. Так что слон g4 есть ход, но опять же свои нюансы, я думаю, там пешка на b7 уже висит в каких-то вариантах с конь d2 где-то. То есть я решила, что я могу просто подождать, потому что я особо не понимала, что будут делать белые, так как я не думала, что включение ходов a4, a6, d4 вот именно здесь настолько будет влиять на оценку позиции. И опять же, да, после d4 я как-то просто не верила. Я думала, что я могу взять на e3, и у меня должна быть компенсация. Ну, здесь, может, она и есть, но как-то надо играть. Возможно, есть, да, но я решила, что вот я пойду как-то... Казалось, да? Если примитивно взять на e3, ну, хорошо, да. D1, ну, какой-то последний. Ну, да. Ну, допустим, и так, да. Нет, там, во-первых, ферзь d8 может тоже в промежутке быть. Ну, допустим, если ферзь d8. Как в партии было ферзь d1, я подозревал там, что ферзь d1, да. Ну да. Ладья fd1, конь e3 вот здесь, да? Да. Я думала об этом. Ну, был ход, да. Ну, как бы, я понимаю, что... Ну, даже другого, мне кажется, просто развитие защитник на c7. Ну, да, я понимаю, но я как бы не могла поверить, что и вот в этой позиции... Я вот посчитала здесь сейчас, да, я скажу. Во-первых, я думала, что есть ход... сейчас, секундочку, переверну, да, потому что я, к сожалению, не очень хорошо... Сейчас, во-первых, я думала, что... Сейчас, какой же момент?
конь за 4, да? Слон да, дракон вот за 4. Нет, взяли слон за конь опять, слон дракон за 4. Здесь ход слона 3 где-то был. Сейчас я вспомню только в какой момент. Слон Е6, конь Б5. Ладья С8, конь Д4. Здесь что ли слона 3? Или здесь слона 3? Ну, здесь я могу просто на Е6 побить, нет? Где-то был ход слона 3 интересный, он опровергался, только мне казалось одним. Ну вот здесь был слона 3 ход, ну тоже конь Б5. Нет, конь Б5, да, здесь не слон Е6, конь Б5, сейчас ладья С8. Может здесь сели? Наверное. Нет, там тоже слон Е6. Конь Е6, нет. Не знаю, я видела только вот если без коня, но... Ну да, это мы смотрели. Нет, конь Б5. Не-не-не, там был какой-то другой вариант, я все пытаюсь вспомнить. Сейчас, секундочку. Так. Где я считала? Слон А3 и там... Ну да, ну то есть тут... Ну да, опять же, слон F5, слон E6, какие-то ходы были. Мне казалось, что достаточно G5, там конь D5 и конь F6 идет. Я не убираю. Ну вот может быть, слон F5, слон E6, слон F5 я думала, чтобы может быть, ну, нигде ладья B1, ладья C1 не было. Ну а что если то же самое, конь B5? На слон E6, конь B5. Ну он там стоит, на H4 нападает. Может, и ладья, ну, там, конь d4. Не-не-не-не-не-не-не, другой. Тем, да. Нет, на e6 ему надо было стоять, теперь он напал под разводчиком. Ну, как-то. Он стоит на e6. Может, здесь и можно как-то? За 6 больше. Ну, это хуже тоже. Ну, тут всегда вопрос, насколько, да, хуже. Может, я слону могла побить тоже? Слону, а, думаю, смотри, на e4, да нет, пока не надо смотреть. Ну, допустим, так. В принципе, 4 на 3 тоже не. Да, самый, да, то есть. Ладно, здесь совсем плохо. Нет. Но еще был один форсированный вариант, который я думала. Сколько я могу вспомнить, если он на 3. Ну ладно. Так. Здесь можно туда пойти, да? Конь C4. Да. А, я издалека вообще хотела, когда я пошла на этот вариант, я думала, что ладья D8. Как бы та же идея отдать пешку, но у меня, ну то есть идея слон А5, ладья Д4, то есть чтобы у меня как бы ладья была поактивнее. Да, слон Б7. Ладья А4 нельзя, слон С6, да, к сожалению. Ну, слон там. С7, С5 вроде можно пойти? С5 может быть, да. Не отдать. Да. Но опять же, слон c6, у меня что-то ладья, слон c3, ладья уходит куда-то, непонятно. А если e3 считать пойти? Ну, куда-то у меня все ладьи, да, все неправильно. Нет, я пошла здесь, вот тут вот был интересный вариант. Ладья b8. Ладья c7. Я так думала. Ладья f4. Ладья e5, слон f4. Ладья e2. То есть у меня пешка в сторону слон f3. Ладья, тут два хода я смотрела, ладья 2 и ладья 8. То есть идея, ну или так, я не была уверена. Идея, допустим, на ладья А7 пойти, а, нету такой идеи, да. Нет, тут два хода есть. Тут есть ход слон F3, а есть ход слон А6. Вот на слон А6 вроде я могу пойти так, ладья А8 с идеей на ладья А7, где-то пойти ладья А8. А слон F3, ладья А2, ладья B1. Я долго думала над этой позицией. Нет, ну конечно, даже здесь. Так. Что если взять изделие так? Да. Ну вот, да, такое. Это один, наверное, вопрос потом. Ну, здесь, наверное, все это не обязательно, не знаю, так взяли. Ну, слон F4-то, наверное, хороший ход. Может быть, но так. А висит. Ну, может, я могу пойти так, слон F3.
3, а, 4. Надеюсь, 7, нет, потом да, 4 на 3. Да, не, да, ну, в этом году. Там... Не, ну, может, так тоже можно, но просто, мне кажется, делать это все не обязательно, да. Ну, может, может так. Да, вот здесь 7 был ход. Здесь, да, еще и ладей в 7 есть. Но, ну, правда, 2 на 4. 3 на 2 все-таки, наверное, ничья. Все-таки удержу. Да, лучше все-таки, все-таки пешек, наверное, больше, чтобы было. Нет, тут проблема... Ладья 8 лучше, чем центр 8. Да? Ну, по ощущениям. Не знаю. Я очень долго думала, куда идти, да. Не, ну, мне кажется, правильно, нет? Ну, вот если... Вот, вот этот был момент, конечно, конь за 4. Но я думала, наверное, все-таки, я не знала, то ли слон... Слон А6, вот что. Ну, слон А6, я не думаю, да, что я бы побила слон. Нет, вот, вот этот вариант я смотрю. Ну, я думала, да, что я считала, что из-за слона А6 плохо. Ну, то есть, как плохо. Вот я даже на... То есть, тут есть два хода, конь E5, GH. Ну, то есть, может, не два, но я смотрела. Не знаю, я слон А6. Может, можно, не ну, уверена была. Мне казалось, да, я вот считала, как можно пойти слон С3. Или слон Е1. Слон Е1, наверное, конь Е5. Я считала, что достижение для меня, если слон Е1 белый, поэтому... Ну, если успеваешь, да, но, наверное, так. Угу. Ну, кушать... Ну, а, вот здесь, наверное... Не, наверное, надо пробить сначала. Уже если ходить слон Е1, то уже побить сначала здесь, побить Фе, побить здесь, так, и отойти куда-нибудь. Но наши, да. Но это был один из вариантов. Ну, да, но все равно хуже, да. Но еще был ход слон С3. Ну, правда, черные могут пойти там с 6 как-то, но здесь были свои, свои фокусы. Может, ладьи. Конь Е6 и Фе. Ну, в общем, тут, может, слон, я не помню. Я из-за слона 6 отказалась, потому что мне не понравилось. Вот это, да, я думала. Может, так тоже можно было. Потому что жаж, конь Е6, ладья Е6, ладья С4. Вот, конечно, разноцвет, ладья Е5, слон Б7, вот это все. Ну, слон. Да, ладья С... Да, или слон Ф3, или ладья С7. Меняться срочно. Ну, да, я думаю, быть, что здесь шанс больше. Не, ну в партии, может, тоже так можно, только вот конь Б3 взяли так, ну так вроде мне казалось, надо так, вроде надо так, ну, так, так, да, ладья Д4. Я планировала, но слон А6, я не могла понять, как я там перекручу, ладья Д7, ну, ладья Д7 слон я бы тоже не проходит, да, слон А3, ладья Д3, так же, представьте, что-то мне это, слон А3 не показалось, так, ну, ладья Д4, да, нападает какой-то, посмотрите, ладья на слонов этих. И как-то, ну надо было, конечно, как-то, не знаю, где-то два пойти. Ну, но все равно это еще как 6, бы да, еще... Как-то... Нет, еще ничего, да. Сложно, ну, ну что, да, не знаю. Уже 5, я думала, надо как-то попытаться. Да, ну, ну, то есть, да, тут хуже. Ну, конечно. Ну, что-то ладья Д4 какой-то, слон А3 какой-то вообще... Да, я не могла понять, что, я, что приготовлено на ладья. Я просто считала много вариантов, и мне показалось, что у меня ладья на D7 стоит. Ну, в общем, как-то и на D4, и на D7 одновременно, потому что здесь я, когда слон А3, я планировала ходить слон Б2. Ну, нет, слон А3, ладья А1, слон Б2, я была очень довольна, потому что после ладья А2 у меня ладья Бц7 следовал ход. Я думаю, ну, отлично, я наконец-то все меняю, и да, тут я поняла, что, что все, да. Потому что на слон С5. Есть на так, просто красиво, прям, да. Так, и ладья Б4, слон Б5. То есть, ну, слон С5 здесь... еще один ход был? Здесь? Да, ладья FC1. Сейчас. А, ну ладно. Ладья FC1, и тут слон Б6. Ну, в общем, Е3 сразу. Е3 сразу. А, ну да. Да, и ладья Б4, слон Д6. Слон Д6, да. И слон я как-то... как-то не раскручиваюсь. Да, видимо, ну вот это уже все. Слон А3, ладья 1 тут уже. Ну и единственное, можно было уже вот здесь все-таки начать с ладья Б4. Ну да, там ладья не будет был пешек, как-то я решила, что совсем. Но то же самое, что в партии слон А5, слон Б. А, то есть слон Б5, слон Б4 съел, слон А8, слон А6, слон Ж7. Я решила, что это безнадежно.
Ну, это и есть безнадёжно, чем в партии, конечно. Там слон b5, пойти а6, но это, конечно, безнадёжно. Ну, как-то... Там сколько? Да, потихоньку. Ну, просто это было бы... Меньшего из зол, да, но я что-то как-то решила, что... Там, я не знаю, можно есть проще даже... А, ну, побить так. Нет, так-то... А, это 4, вот я 7, что... Кстати, была интересная оценка этой позиции, что если я бегу королём. Ну, где-то я же прорвусь. Да. Ну, может быть. Тут хотя бы пешка какая-то идет куда-то. Как-то я прорвусь. Ну, короче, слышишь, что делать мне тут. Как-то я прорвусь. Хорошо, 7. Ну, я не знала, я бы, наверное, туда все-таки пошла, на всякий случай. Но я думаю, что там есть 6. У меня проходная. Опять. Ну, может, здесь еще. Но это меньше из золота было. Ну, не знаю, без двух пешек что-то мне как-то показалось, что и так плохо, и так плохо. Да, но есть все. Да, опять же, где пешки не хватает.